во что вы тогда с учительницей поступили? Вы жалеете о том, что сделали? Отомстил за неудавшуюся жизнь. Именно так на допросе Сергей Белов объяснил жестокое убийство пенсионерки, которая учила его с 1 по 3 класс. Подсудимый утверждает, Лея Михайлова не дала ему должных знаний, он не смог устроиться на приличную работу. Белов злоупотреблял алкоголем, но кровавую месть совершал в трезвом уме. Его не остановило даже то, что в доме пенсионерка оказалась не одна, а с дочерью Валентиной Красновой. Он нанес заслуги в менее 21 удара ножом по телу, причинив полутрезвенные ранения с повреждением легких и сердца. Убив Краснову, Белов пошел к выходу из дома за убегавшей от него престарелой Михайловой, которая упала на пороге веранды. Подойдя к ней, Белов с целью убийства нанес Михайловой не менее 10 ударов ножом по различным частям тела. Смерть заслуженного педагога и ее дочери в 2004 году потрясла село. 6 лет убийцу не могли найти. Тихий бытовой пьяница Сергей Белов подозрений не вызывал. Дело так и осталось бы нераскрытым, если бы подсудимый не совершил еще одно преступление, после которого признался во всем. В сентябре 2010-го Белов уже в состоянии алкогольного опьянения пришел к родной тете и попросил у нее денег на водку. Та отказала. Тогда племянник сначала жестоко ее избил, а потом нанес 4 ножевых ранения. Женщина скончалась на месте, после чего Белов отнес ее тело к погребу, обложил деревянное строение соломой и поджег. За 3 убийства Белов приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Родственникам погибших в качестве возмещения морального ущерба он должен выплатить 3 миллиона рублей.